Это иногда ты говоришь, ой, блядь, это же Игорь, он читает рэп. Но я тебе скажу, Василий, это реальная хуйня, потому что ты как будто бы слеп и не внемлешь тому, что я тебе показываю на пальцах, что я тебе говорю, а ты все продолжаешь кривляться и делать полную хуйню. Ну, Игорь, я тебя снимаю, посмотри сюда, ну, мне посрать, потому что этот чувак начинает опять делать какие-то вещи, чтобы меня доебать, чтобы доебаться до меня и делать какие-то непонятные темы. Но черт, я меняю стайл. Это Олег, он реальный пацан. Таких, как он, есть только единицы. Я знаю это сам. Я с ним бывал в ситуациях, которые вам даже не снились. Потому что он делает такие реальные шансы, о которых вам даже не доводилось и мечтать. Это Егор, со мной, мой братуха. Он реально скор на руку, потому что пальцы его стишут с таким звуком, что ваше ухо реально не выдержит подобной хуйни. Потому что, я вам скажу, это мои друганы. И они реальные пацаны, которые делают все нормальные темы в этом мире. Потому что мы собрались здесь, в этой почти что родной уже нам квартире, чтобы делать непонятные вещи, а также продолжать пить и что-то курить, а в руке твоей продолжает дымить сигарету, засунутое в непонятное отверстие. Но мне реально плевать на это, я начинаю заговариваться, язык мы не поговариваем букву «Р». А вот, блядь, Олег, он реальный пацан, потому что он может делать подобные вещи очень-очень быстро. Он делает их, то, что я говорю, не как какая-то херовая канистра, отражающая звуки и создающая резонанс. Он делает это, как не может ни один из нас. Он создает звуки своими, блядь, я оговорился, черт, продолжаю читать, не буду забиваться на этой теме. Он играет реальные вещи своими пальцами, они бегают по грифу, челки реально текут, начинают извиваться от звуков этой гитары, потому что пацан этот, он не просидел в инфке ни одной херовой пары, он реально вел себя очень четко и очень ровно. Он, блин, я не могу.